Утверждение о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, уже давно стало аксиомой. Однако следить за своим здоровьем мы чаще всего начинаем только тогда, когда ему уже угрожает опасность. А ведь большинство недугов можно и нужно предупреждать на начальной стадии. Если раньше страшное слово «рак» было синонимом смертельного приговора, то сейчас, если выявить опасные клетки на первой или второй стадиях, можно очень быстро вернуться в строй. Сочинские медики в чудодейственную силу профилактики поверили давно и стали активно внедрять эффективные методы диспансеризации во все слои населения. Каждому остается лишь решить, быть или не быть здоровым. Все последние годы, наконец, наша медицина стала заниматься не только медициной для больных людей, но и медициной для здоровых. Та же самая диспансеризация, которая сейчас проводится повсеместно, она же позволяет выявить многие заболевания, и даже тогда, когда человек о них вообще не подозревал. Уже который год в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» по сочинским дорогам колесит автобус здоровья. Добирается до самых отдаленных сел. Недавно был даже в Аибге. Померить давление, проверить зрение, сдать кровь на диабет, узнать, есть ли проблемы с сердцем или сосудами, можно в течение нескольких минут. Предупрежден, значит вооружен. Тем более, что рецепты и консультации можно получить тут же на месте от специалистов городского управления здравоохранения. Пенсионеры говорят, что очень удобно. На обслуживание в поликлиниках также никто не жалуется. Доброжелательный. Очень. У меня аллерголог – это вообще золотой человек. Прекрасная. Есть такая у нас Амгина Валентина Порфирьевна. Отличнейший врач. Я очень ею довольна. Как уверяет руководство сочинского управления здравоохранения, подобные профилактические акции будут проходить в Сочи регулярно, ведь польза от них уже была неоднократно доказана. Недаром этот опыт взяли на вооружение практически все российские регионы. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.